мы с вами, друзья, смотрим на тонкости технологии строительной. Вот вы видите бумагу, вот эту, которая называется Super Jumbo Tex. И на ней написано, что она является таким заслоном, сопротивляющимся погоде, дословно, да? Weather Resistive Barrier. И вот этой бумагой, значит, оббивают поверхность. Ну, давайте глянем на поверхность. Вот, значит, была фанерка, вот эта вот плита стружечная, да? И дальше, значит, вот этой фанеркой, бумагой оббивают. Вот видите, они ее тут просто пришлепывают скобочками маленькими. Вот, а дальше, поскольку отделываться дом будет, называется стака, ну, так штукатурка, можно сказать. А штукатурка уже крашена, а с краской внутри, ее не надо сверху красить. Вот, и вот эта вот пленочка, тоже ее вот тут скобами подбивают. Вот, и вот это вот, на ней будет держаться штукатурка. Вот, собственно, такой нехитрый процесс. И то же самое вот там с другой стороны дома. Тут такие леса с доской сверху. Вот, значит, там работник этим занимается. И то же самое немножко с другой стороны дома. Вот стоит эта проволочка. Так она приходит такими рулонами. И вот эта изолирующая бумага, давайте я вам покажу. Вот она, эта изолирующая бумага. Она довольно тоненькая. Я бы так сказал, ничего такого в ней нет. Ну что, наверное, все.